Кота за что-нибудь или станцевать с ним, поэтому серьезно говорю, есть такая примета. Я лично очень хочу выиграть подарки от ССК, от спецстрой Кубани, поэтому я с удовольствием здесь же, правильно же? Да, да. Поэтому, если вдруг есть желание, можете пофотографироваться с ним, потанцевать. Дети, я вообще не понимаю, дети, когда мы были детьми, мы такого бы увидели. Поэтому, девчонки, мальчишки, есть еще время, чтобы наслаждаться этим большим событием в городе. Выставка недвижимости. Я уверен, что здесь обязательно половина города уж точно было. Пользуйтесь этим моментом. Дорогие друзья, предлагаю поддержать девушку с лототроном, с вашими билетиками счастливыми. Дайте ее погромче, поярче, поддержим. Она все-таки несла его с гидростроя, именно там находится офис, да, там мы его храним, она пешочком все принесла. Умничка, давай пять. Вот здесь буквально огромное количество лотерейных билетиков. Он даже очень-очень тяжелый. Я бы его хотел бы развернуть, чтобы три красивые буквы ССК говорили и напоминали о том, что кто сегодня все-таки будет радовать людей. Кто сегодня будет дарить огромное количество подарков. Кто же сегодня будет налево и направо делать людей счастливыми. И здесь очень много, он очень такой довольно-таки тяжелый.